пойдет, а что не пойдет. Да, вот, там, вот этот упор не пошел, а другой упор пошел. Пожестче там, по чуть пораньше. Ну, чисто геометрически это притоп. То есть постановка ноги вертикально. Соответственно, шаг начинается не с проскальзывания по поверхности, а с подъема. Бросается вес, а потом нога только переставляется. То есть ставится там вниз жестко, грубо говоря. Она может и жестко поставиться, но перпендикулярно скользящей поверхности. Такая вот физика. Не съехала никуда, да, сюда-сюда. Да, чтобы не было проскальзываний, которые в любых областях чреваты. А пляска стопотом и свистом, да, вот это как раз та самая техника движения, которая исключает падение. Ну, то есть, если все время вертикально приходит, то значит устойчивость соблюдается опора. А 95%, если не больше, городских жителей приходят на тренировку и топать не умеют. Топнуть, поставить ногу. Еще как-то получается поставить ногу, а вложить вес туда, чтобы он через несколько этажей прошел вниз. Нельзя, потому что там внизу соседи, надо тише двигаться. И в плясках тоже отсутствует движение. То есть сценическая хореография тоже исключила этот вот притоп. Хотя это один из, что один, это самый первый, самый элементарный удар. Вложить вес туда, куда он стремится, к центру земли, это вот самый такой тривиальный случай, стукнуть ногой в пол. Если вот это не получается, то дальше пытаться вес направить в разные стороны да, уже становится... Это уже сложнее. Чрезвычайно задачей. Без первого этапа, если говорить про последовательность. Последовательность, да, вот с движением. Движение – это вот умение топнуть, это первый, умение ударить. И вот этот вот притопчик, ну, покажем, попробуем, посмотрим, как это происходит. И используем в удар, потому что совпадение удара с притопом, как правило, свидетельствует о том, что вес вошел в удар. Да. Использовался. Когда они в разнобой идут, то они в разнобой действуют.